Я принесла фотографии, где у нас началось строение тротуара. И вот так вот бросился аппендицит. А где это вообще? Это Витязева, 3-й микрорайон, где когда-то он был начинался строиться, и сейчас ему 17 лет. В сторону Песчаного? Да. Галина Наговицына утверждает, в Витязево ремонтируют только центральные дороги. До улиц, где не ездят маршрутные автобусы, не доходит и дорожная техника. Школьная, Олимпийская, Македонская утопают в пыли и бездорожье. Глава Анапы уже поднимал вопрос о такой избирательности в дорожном ремонте. Поднимите все жалобы, заставьте на конкретные улицы возить. Григорян, почему это не делал? Почему я сейчас это слышу? Мне просто интересно. Управлению ЖКХ Юрий Федорович рекомендовал серьезно заняться дорожным вопросом и пересмотреть приоритеты в пользу мнения людей. А вот в сфере торговли приоритеты останутся неизменными. Город до сих пор освобождают от выставленных в нарушение закона объектов, а долгосрочные договоры на торговлю в скверах, на газонах, набережной расторгают. Исключений не будет, заявил Юрий Федорович очередному просителю оставить все как есть – палатки на Верхней набережной. На личном приеме глава Анапы также рассмотрел вопросы о трудоустройстве и улучшении жилищных условий.